Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Tomb Raider 3, дополнение The Lost Artifact, которое выходило только на ПК. Европейская версия называется The Lost Artifact, а в Америке она называется Gold. Я играю на челлендж только пистолеты. У нас третий уровень на очереди. Давайте сохранимся. Уровень называется Snake Spear Cliff. Три секрета здесь тоже будет. И куда-то мы прибыли. По-моему, во Францию нас доставили. Наши приключения продолжатся. Так, можно запрыгнуть вот сюда. О, кстати, там солдат с автоматом. Да, что-то меня тоже тут пострелял прилично. Так, а там что, все под напряжением, я не пойму? Нет. Но туда никак не запрыгнуть. Так, давай возьмем флееры. Здесь. На грузовик тоже. А, хотя нет, на грузовик, наверное. Нет, нельзя. Он другой формы, к сожалению. Не может она попасть на грузовик никак. Так, у солдата что-то есть у вас? Пустой, да? Пустой. Ну ладно, бежим вперед. Как давно я не играл в эти уровни. Прям как в первый раз играешь. Ни хрена не помнишь, не знаешь. Так, ящик можно выдвинуть. А куда? Вопрос. Выдвинуть-то можно, но я что-то не понимаю. Грузовик должен отъехать, что ли? А, нет, с другой стороны. Вот так вот. Вперед потолкнуть. А, ну тут патроны лежат. Для Desert Eagle. Я их не собираю. Давай опустим вот здесь рычажок. Откроем дверку. Там, наверное, кто-то еще выйдет. Догадываюсь. Кстати, возможно, ящик понадобится. Тоже нельзя исключать. Опа. Ремонтный рабочий. Так, что у тебя, ничего нету? Ничего. Здесь тупик. Ничего не вижу. Так, а с этой стороны окошко какое-то или нет? Ничего нету. Ладно, бежим чуть вперед. Тут, по-моему, где-то есть какой-то секрет. Возможно, дальше. Но, по-моему, я могу оказаться за вот этой вот решеткой. Не знаю только как. Ну тут ничего не вижу. Вот это не блок у нас? Нет, не блок. Ладно, бежим пока дальше. А, вот ящик нашел. Сильный. Его точно можно двигать. Так, ну он вообще с гаечным ключом на меня прет. Это даже не смешно. Так, тут решетка какая-то есть. Кстати говоря. И, по-моему, она должна открыться. Так, а вот ящик. Можно его выдвинуть. Может, его куда-то надо поставить? А, нет, здесь патроны. О, еще один. Пришел. Ничего нету. Ну, как всегда. Так, а что вот это такое? Ничего. А здесь у нас что? Danger. Danger, danger. Противопожарная, наверное.
система. Опа. А тут решетки нашел. Ты смотри-ка. Вот это, возможно, и есть секретный проход. Там огонь. На другой стороне тоже что-то вижу. Аптечку маленькую. Да, так как я не взял в прошлом уровне все-таки ту большую аптечку, надо беречь. Все-таки это третья часть игры. Так, а что у нас впереди? Тоже что-то есть. Давай я пока сохранюсь. Пойдем туда, в тот проход, который я нашел. Мне кажется, он ближе к секретке, хотя там сверла впереди. Карина его знает. Может, я и ошибаюсь. А тут что, огонь не идет, что ли? Странно. Так, ничего не вижу пока что. Может, и рано я сюда пришел. Черт его знает. Какие-то сверла. А, тут лестница есть, кстати. Можно спускаться. Это напоминает Олдрич. А, кстати, огни уже все погасли, похоже. Так, ну допустим, это тут. А что здесь у нас? Блоки нам не нужны сами по себе. Давай вперед пройдем. Ага, тут тоже есть проход. И наверху что-то есть. Внизу какой-то спуск. А, это вот в эту шахту. Здесь, кстати, бочка горящая имеется. Так, а вот это не лестница? Нет. Зачем тогда я сюда вообще пришел? И проход тут есть слева. Еще наверху что-то имеется. Евроканал какой-то. Чанул. Вентилятор тут у нас крутится. Не, ну он меня раздает. А, вот тут решетка есть. Можно обойти этот вентилятор. Еще решетка. Так, гранаты тут. Не похоже, что это секретка. Музыка не заиграла. Не, ну под вентилятор лезть это такое себе. Такая себе затея. Скорее всего, я тут не пройду. Да, нам надо остановить вентиляторы где-то. Тогда мне только туда остается идти. Больше я тут ничего не вижу. Надеюсь, я ничего не пропустил. Какие-то панели вот есть. Нельзя тут ничего найти. Нажать. Не вижу. А может, сюда два блока надо поставить? Что-то откроется. А, или я его не протолкну туда? Скорее всего, нет. Ну или вообще, может, его куда-то надо поставить? Вот, к решетке, например. А почему нет? Решетка как-то выделяется. Странно вот это вот. Ну-ка. Не хочу спешить просто.
Ничего не произошло, да? А, нет, открылось. Ты смотри-ка. Вот это секретка. Блок открыл решетку. Действительно странно. Как такое может быть? Но это Том Брейдер. Тут все может быть. Да, действительно, первый секрет. Большая аптечка вот лежит. Хорошо, что я не ушел вперед пока. Отдал тут шанс своим мозгам подумать. Прикинуть, что тут может быть не так. Так, ну а теперь идем, собственно говоря, только сюда. Сейчас будем на время там спускаться как-то быстро. О, опять огни появились. Ничего себе. А тут нету. Так, лестница, кажется, с этой стороны была. Нам надо вот так вот сделать, по-моему. И сверла закрутились. Так, ну, допустим, я спустился сюда. Тут огонь. Из всех щелей. Допустим, я прыгну сюда. Эта штука пошла вниз. А может быть, мне вниз надо все-таки было спускаться. Хотя тут есть рычаг вот. И проход даже. Люк какой-то открылся. Странно. Крысы бегают, аптечки воруют. Еще рычаг. Опа, остановили вентилятор. Так, и куда-то можно вернуться. Между прочим. Нет, это все, конечно, прекрасно. Ага. Я сюда же и вернулся. Но эта штука ушла в самый низ. А, нет, она не ушла в самый низ. Подожди. Или это вообще другое место? Допустим, я сейчас вернусь. Огни тут опять горят. Готовы меня поджарить. Я просто хочу посмотреть, что там внизу вообще. Но я этой штуки не вижу. Может, она есть, конечно. А, вон она ушла вниз. Ауч. Ползем назад. А, тут, кстати, винтовка лежит, если ты не брал. И... А, ну там жижа. Там ничего нету. Хотя спуститься ниже можно. Да, только надо найти способ. Мы остановили только один из вентиляторов. Да, там определенно что-то еще должно быть. Давай я на другой слот сохранюсь. Фух, и люк открыли еще. Вот тут он, да? Так, ну тот вентилятор мне, наверное, и не нужен. Там я, кстати, был. Этот вентилятор мне явно не нужен. За ним ничего. Так. Я смотрю, что-нибудь такое странное. Вдруг найду.
Так, ну там я уже бывал. Гранаты мне не нужны. Так. Высоковато я так спрыгнул. Рискованно. Бочки горят. Какая-то станция, да, типа Олдвича. Подземка. Так, ну, сверху мало что вижу. Наверное, вниз все-таки надо спускаться. И камера ушла уже. Да, спускаемся вниз. Уходим, наверное, отсюда. Ага, флэеры дают. И чё, так можно спуститься запросто? Да? Так, ну тут горячие бочки, аккуратно. По-моему, еще какой-то транспорт дадут поводить. Лестница. Не нужна она мне уже. Ничего я тут не вижу. Тут бочка. По-моему, тут ничего нету. Ладно. Пошли вперед. А, вот я как раз пришел сюда, вниз. И есть слева что-то. Нет, ничего нету. И с той стороны, по-моему, тоже. Ничего не вижу. Ну ладно, идем вот сюда. Так, что, никого нету? Странно. Опа, кто-то пришел. Кто-то где-то ходит наверху. А, вот, ты внизу. Еще один рабочий. Аптечку мне подогнал. Так. И сверху стрелок еще. Как мне туда залезть наверх? Отсюда, наверное, не залезу. Высоковато. А, вон туда надо прыгнуть, точно. Вот здесь залезть можно. Ну давай, иди сюда. Есть у него? Ничего нету, не вижу. Ауч. Так, ну я еще, наверное, внизу не все осмотрел. Что здесь может быть? А, ну тут решетка. На той стороне провал какой-то вообще. Здесь яма пустая. Мне наверх, значит, больше... Я не вижу тут ничего. Хорошо. Бежим вперед. Так. Тут у нас тоже огни. Надо как-то запрыгнуть так, чтобы не поджариться. Вот так вот. О, решетку вижу. Отлично. А с той стороны ничего. Ну, впереди что-то есть абсолютно. Вон даже проход. Сюда сходим, может. Опа. Здесь тоже огни. Где-то горят. Или нет. Так, я оказался наверху. И тут есть аптечка. И оружие какое-то. Небо видно. Так, это дробовик. Нет, не нужен мне. Не секрет даже.
Ладно, пошли отсюда. Уровень прикольный, я его припоминаю так смутно. Интересные уровни здесь. Ой, ой-ой-ой. Так, осторожно. Бежим дальше. Опа, дверь открылась где-то. А, или наоборот, закрылась за нами дверь. Типа точка невозврата. Хорошо. Окей. Куда-то мы скатываемся. А, это железная дорога. Евро-канал ЛТД. Евро-канал, блин. Допрыгнем. Вот так вот надо сделать. Мы победили поезд. Так, а если сбегать туда, откуда выехал поезд, что там? Еще будет поезд, да? А, там аптечка лежит. И поезд. Ух ты, надо успеть. Я чисто решил проверить, как в Олдвиче было. Да, бежим с ускорением. Но все равно не успел. Это как-то жестко. Ну, давай еще раз пробовать. Да не успевает она. Странно. Почему? Так, а если я открою эту дверь? Что у нас здесь будет? Рабочий. Ладно, рабочий. Стрелок. Меня больше напрягает. Понятно, надо лечиться. Ничего нету. Так, у рабочего есть флеер. А, дверь, кстати, закрылась. А вот это плохо, наверное. То есть вернуться никак уже, да? Просто тут транспорт есть, вот. И я подумал. Может быть, надо на транспорте быстро было заехать. Ой, блин. А куда мы сможем заехать? Сарина он знает. А, ну можем. Вау. А, тут уже все закрыли. Нет, надо пешком было успевать все-таки. Ну ладно. Блин, я не знаю, как она успевать должна тут. Очень быстро поезд едет. Так, а слева, по-моему, тоже есть проход. Да, слева тоже есть. Не туда немного. Не, наверное, можно успеть. Так, на тоненького сделана эта секретка. О! Странно, как-то она меня не раздавила. Очень странно. Так, и тут у нас большая аптечка. Звук секретки еще не заиграл.
Ворота дальше закрыты. Так, а куда мне идти? Направо или налево? А, ну вот сюда. Вот, собственно, секрет. Налево-то у нас ничего нету. Опа, здесь залезть можно. Не понимаю только зачем. Так, что это у нас внизу такое? Паровоз какой-то. Действительно, паровоз. Ракетницу дают. Свет какой-то горит. Ну, это так, чисто полюбоваться вот этим древним транспортом. С ним вряд ли что-то можно сделать. Это же секретка все-таки. Так, две секретки из трех есть. Отлично. Практически нашел сам. Так, а в той стороне у нас что? Кстати говоря, там тупик, да? Давай посмотрим. Ну там меня точно задавит, наверное, сейчас. Ага. Ладно, все, идем на склад. Открываем эту желтую дверь. Вообще, еще у нас остается три таких полноценных уровня, полных. Ой-ой-ой. Так, надо съесть аптечку, иначе меня сейчас убьют. Так, ну флееры возьму. Наверное. Здесь что-то есть? Ничего не вижу. Ну, здесь надо на транспорте выехать. Да, проедет еще один поезд. Но мы останемся в живых. Здесь что-то есть. Ух, не вижу. Не вижу. Прожектор горит. Да нет, наверное, ничего тут нет. Надо вывозить транспорт. Поехали. Назад. Дверь там закрылась уже. Тогда я еще раз сохранюсь. Ох, ни хрена себе, я куда заехал. Я что, сюда вернуться могу, типа? Вау. Не, ну это мощно. Оно, конечно, так было не предусмотрено явно. А хотя, почему не предусмотрено? Очень, наверное, даже предусмотрено. Мне туда не надо. Мне скорее вот сюда. Зеленый свет зажгли, а ворота закрыты. А как, чем открывать ворота? Не понял.
Ворота закрыты. Может, надо опять тот рычаг дернуть? И те ворота уже закрыты, где была раньше секретка. Так, ну дверь опять открываем. Зачем, непонятно. Она тут же закрывается. Так, может, у нас сзади что-то изменилось? Или нам вообще надо вот сюда ехать, через эту яму? Кстати, возможно и так. Сделать супер прыжок. Странно, что тут все разрушили. Здесь я вряд ли проеду. Тупик. Открыли бы ворота. Так, а я вообще смогу? Что-то мне кажется, что нет. Хотя... Нет, я вообще смогу. О, есть. И куда? Ну понятно, здесь надо управлять аккуратно этим транспортом. Тормозить. Лучше, наверное, сюда сразу сдать направо. Так, что тут у нас? Мне кажется, все изменилось. Не было ж такого. Так, нам надо перепрыгнуть через этот, через эту пропасть очередную, видимо. А в пропасти ничего нету секретного. Но я тут не вижу, хотя. Черт его знает, может там что-то и есть. Давай еще раз сохранюсь. Проверим. Да нет, не спускается она. Нет там ничего. Так, ну перепрыгнул я на другую сторону. Дальше-то что? Едем дальше. Ух ты. Слева что-то. Двери какие-то. У нас еще одна пропасть впереди. Может, пока стоит забраться. Не прыгать. Кстати, а если я вот сейчас прыгну, а как я вернусь за транспортом? Уже никак, наверное. Не, надо прыгать. И давить там ремонтника. Вопрос, сколько их тут? Этих ремонтников. Один или двое? Так, ну впереди явно ничего хорошего. Ладно, давай здесь оставим пока. Наш транспорт. Инг написано. Блок. Может, это блок? Нет, не блок. Блоки здесь были синие. А, тут мне надо сейчас, наверное, вот с трамплина на этот поезд, из поезда куда-то вниз туда спускаться. Так, ну тут можно пешком пройти пока что. Опа, еще один ремонтный рабочий. Ну-ка, я на него сюда.
Что-то есть у тебя? Ничего у нее нету. Так, откуда он выбежал-то? Я не пойму, здесь же тупик. Впереди бочка. Так, ну я там еще не все осматривал, чтобы сюда идти. Можно, кстати, на крышу залезть. Внимательно все осмотреть здесь. На ту сторону перемахнуть. Можно попробовать. Очень высоко здесь, да, предстоит нам лазить. Хотя есть лестница его. Двери какие-то закрытые. Синие. И одна из них вышла. Нет. Два чайника. Две двери открылись. Так, у этого ничего нету. Туалеты. Королевский. Кинг. Ничего тут нету. А вот еще дверь, кстати. Там что, секрет? Не открывается. Так, ну я не знаю, что будем делать. Вот тут еще что-то есть. Какая-то установка. Но она неохотно залазит. Может быть, за ней что-то есть. Проползти можно. Или она вообще туда не залазит? Скорее всего, да. А вот еще, кстати, дверь. Как вариант. Ладно, пойдем пока пешком. Там посмотрим. Если что, вернемся. Если сможем, конечно. Нет. Только не падай вниз. А, стоп. Так он откуда вышел, это все ведет в одно место. Все одно место. Так, здесь горячая бочка. Это... Надо как-то избежать этого позора. Вот так вот, значит. Так, ракета. А тут спуск вниз по лестницам. Ну все правильно. Хотя, погоди. Можно вон туда прыгнуть. Куда? Да, у меня с прыжками проблемы в последнее время. Вот так я хотел посмотреть, что ж тут находится такое. Ну, не знаю, пещера какая-то. Еще одна бочка. Да, тут у нас спуск какой-то есть. А вернуться можем? В теории, да. Если постараться. Опс, 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 опс. Фух, трудно сказать, куда идти сперва. Ну давай спустимся по лестнице. А что-то не получается спускаться-то. Она, по идее, должна в бок сейчас сходить. Что-то не сходит. И здесь тоже. А если самый низ? Что тут у нас? Но это не самый низ. Далеко не самый низ. Так, тут что-то есть по центру.
Но я туда не попаду. Не допрыгну просто. Пойдем в пещеру. Где ты? Здорово, солдат. Так, внизу ничего нет. Зачем я сюда прыгнул? Ауч. Так, ну конечно, меня убили. Ладно, не пойду вниз по лестнице. Пойдем сразу сюда посмотрим. А мне кажется, я сейчас сюда же и приду, нет? Ну или почти сюда. Вон тот солдат ходит. А, вот тут аптечка. Кстати. А тут... Мне кажется, тут на транспорте надо перемахнуть на ту сторону. Потому что... Опа. Он пришел сюда. Ну да, аптечку снял маленькую. Ну, не знаю, давай сохранимся, посмотрим. Смогу ли я вот так перемахнуть? Неа. Может, надо без рук? Разбился я. А, да, можно без рук допрыгнуть. Тут что-то есть? Ничего не вижу. А, и куда мне прыгать теперь? О, там карточка, кстати. Может, мне как-то забрать. Ну, туда прыгнуть попробовать. Ага. Флейры. Еще один солдат пришел. Возьмем пачку флейров. Дальше куда? За карточкой. Ну, похоже, да. Вот тут, наверное, спуститься можно. И какая-то ключ-карта. Опа. Кто-то появился? Впереди вроде бы ничего нету. Тут есть спуск по лестнице вниз. А там вода. А, нет, не вода. Но там что-то лежит, кстати. В этой лаве. Ядовитый. Дрил активатор карт. Ух ты. Интересно, куда ее? Ну, о, рычаг есть. Мы открыли двери. Так, а здесь что? Гранаты лежат. И все. Я куда-то вернулся. Бочка.
А, я к лестнице вышел. Точно. Так, а если я здесь пройду? Тут тоже есть у нас. Опа, здорово. Ремонтный рабочий. Аптечка за решеткой. Здесь можно забраться наверх. Подожди, а это не то ли самое место, где я упал тогда? По-моему, оно. Да-да-да, оно самое. Тут я солдата подбил. Вон он. Наверху еще солдат подбитый. Кстати, может у него что-то и есть. Я туда пока добраться не могу. Ладно, давай подлечимся. Точнее, сохранимся. Тут делать нечего. Это я уж понял. Так, ну вот. Кстати, туда я, наверное, не запрыгну. Да и зачем мне туда запрыгнуть? А, погоди, а я пешком не смогу там устоять? Могу. Зачем мне тогда транспорт нужен? Ну, бочка. О, вот тут аптечка лежит. Та самая. Надо понять, куда вообще карту вставлять. Залезем сюда. Их двое, да? Их двое, работяг. Ну что ж, у одного есть плееры, у другого вроде бы аптечка. А есть ли тут вообще что? Какая-то ужасная машина. Можно залезть сюда. Не сюда ли вставлять? Что-то нужно. Нет, не похоже. А, вот панели какие-то. Но нет, не вставляет она ничего сюда. Может, с другой стороны? О, рычаг. Заработала эта штуковина. И что мне это дает? Какие-то кабинки с туалетами. Зачем они мне нужны? Непонятно. Так, ну что ж, продолжаем этот уровень. Не знаю, запустил я какой-то тут механизм. Пока непонятно, что делать дальше. Может, все-таки сюда карточку надо ставить? О, тут люк открылся. Ого. А, вот куда карту вставлять. Понятно. Что-то произошло.
отсюда. Так, больше у меня карты нет никакой. Все, наверное. А тут у нас что? А, тут проход появился. И люк какой-то. Можно скатиться вниз сейчас. И куда я попаду? Две крысы. Окей. Рычаг. Какие-то решетки открыли. А впереди карточка видна. А, вот я, наверное, в самом низу сейчас, где лестница была. Да-да-да-да-да. Нам теперь надо за картой прыгнуть. И нам показали, куда надо эту карту применить. Вернуться, то есть назад, понятно. Pump Access Disk. Ауч. О, кстати, тут гарпуны лежат в лаве. Решетка закрылась. Значит, надо прыгнуть на лестницу. Все-таки, наверное, за гарпунами можно вниз спуститься. Не знаю зачем. Но смысла... Она же погибнет у меня? Да. Тут она, конечно, погибнет. Ауч. В общем, разбегаемся. Прыгаем на лестницу. Лезем на самый верх. Теперь надо вернуться. Кстати, по-моему, здесь предполагалось, что я тут на транспорте должен был разъезжать, а я как-то все сделал без него. Тут уже все позакрывали даже. Так, сможем ли мы вернуться? Ну вот у нас лестница. Конечно, сможем. Сейчас куда мне? Вот сюда, что ли? А дальше как залезть? Дай-ка сохранюсь. Или надо вот туда прыгать. Кстати, возможно. О, вот так вот. Я почти вернулся. Теперь бежим назад. Вот сюда. Сейчас попробуем допрыгнуть. Не допрыгивает нифига.
Нет, наверное, сверху надо. Почти. Сейчас поближе подойду. О, смог вернуться. Так, ну теперь на лестницу назад. Вот так вот. Ракета. Бочка горячая. Горящая. А, кстати, я тут рычаг не нажал. Дверь открылась. Не та ли самая дверь? Третья. Да, именно она. Заходим сюда. Какой-то компьютер в туалете находится. Вставляем сюда диск. Ого, у нас все водой теперь заполнилось. Понятно. Надо прыгнуть вниз, да? Красиво. Сейчас сохранимся, прыгнем. Узнаем. Ну вот, я внизу. И куда теперь? О, пещера тут у нас. Заплываем в нее. Гарпунное ружье. А вот и секретка. Ни хрена себе пещерка. С лавой. Вау. Да, там внизу лава, действительно. Так, ну что ж, прыгнем дальше. Награда какая-то должна быть. Ух ты. А тут у нас скат. Цепляемся за платформу. Птица летит. Ты смотри-ка. Отправляйся в лаву. Птичка. Так, ну и прыгаем дальше. Что тут у нас? Платформа странная впереди. Но стоять можно. Ой, еще птица прилетела. Избавимся от нее. Так, ну допустим, я могу сюда прыгнуть, а дальше куда? На расщелину, что ли? Не зацепилась. Печально. Или вот здесь надо хвататься. И вот так вот на руках добираться дальше. Возможно. Но не факт. Хотя... А, или тут сальто назад надо сделать. Да, возможно, вот тут проход какой-то есть.
Твою-то мать, а. Фейл. Не дополз я. А, вот, наверное, отметка есть красная, да? Вот это вот. Где остановиться? Большая аптечка. Хорошо. Что еще? Ух ты. Еще птица. Еще большая аптечка. Так, там в лаве точно ничего нету. Да вроде бы нет. Ладно, сохраняемся. Берем еще большую аптечку. Еще птица. Тварь. Курица сраная. Ну где ты? Не вижу я ее. Вот ты где. Валить отсюда. Так, а я не могу туда пробраться? До конца. Могу. Там нет, что ли, ничего? Не пойму. Не, ну здесь, похоже, возврат. Все, бассейн, падай и плыви обратно. Не вижу ничего подозрительного. Здесь еще можно постоять. Но очень опасно. Ну давай сюда заберусь. Что тут у нас? Ничего не вижу. Ладно, пошли обратно. Две большие аптечки. Это круто. Один секрет и гарпунное ружье еще. Ружье-то мне не нужно, конечно. 3 из 3. А, ну все, плывем в проход. Теперь уже плывем. Я так думаю, там у нас конец уровня. Стоп, а как я рычаг не надо нажимать, я понял. Ну вот, прошли мы уровень. 3-й. Благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.